Бля, на 4 друида в одной пачке, блядь, вы уверены, что там и проблем не будет? Зато с Тиндером и с БРом будет все хорошо. Да это круто, ебать, а дамажить чем будете, блядь? Ну. У них два лока, хан дамажит, шо, кто будет дамажить? Давайте, пятая, шестая, плюсуем. Левайте, плюсуем. Ребят, давайте, удачи. Кто у нас ливнул? Миша, нахуй это ливнул? Ты в восьмую пати. А чё, шаман тоже ливает, да? Да, шаман, суф, терияки, ливайте. Я могу вам помочь, да. Присумоньте меня. Правильно, рыба да. Есть, там вся хуйня все есть. А это нормально, что у нас типа у нас в рейде два человека, кому-то, которому ничего не нужно по токену. Какие два человека? Я и Роботога. Ну, у них тоже там есть такие, которым нихуя не надо. Кому? Кто? Там всем, кому что, кому-то что-то нужно. А у нас есть вообще в рейде, кто у кого квест? Да, у меня есть урна. Ну все, заебато. Да, у нас в первом рейде есть, но. А ты смущаешь, что у нас типа на токен воин жрец друид, ебать, никого нету. Как воин жрец друид? У нас нету, блять. У нас пул дракона есть. Ну есть, блядь, как нету никого, блядь. У него же одного токена нет, или. У него одного токена нет, еще и ты заберешь кисти бесполезные на ШП. В смысле, не понял. Короче, заходите в инст. Мы вообще не надеемся, что воин жрец друид выпадет. Да. Он совсем другие токены нужны, блядь. У нас тут, блядь, 4 человека, блядь, на один токен, нахуй. Ну вы там пати свои переносите вниз, или вам помочь? Кто-то сегодня пойдет, блядь, за ОД, парни. Я думаю, это опять я буду. Слава, переноси в 10-2 всех своих. Все, огонь за 10 минут. Ну, оп, рыбка, рыбка. Накинулись пацаны на рыбку. Да что? Пацаны накинулись на рыбку. Оп-оп, подождите, аспект не поменял. У нас сегодня карри ИГ будет, да? Правильно я понимаю? Угу. Вообще заебись. Хоть и дошек подфармлюсь, а то, блядь, все просадил на эти извечки. Сейчас уже ревотнусь. Тотем трепета не забывай, по КД ставить. Да-да, у меня он стоит. Да, у меня главное наносите, когда он упал. Я потому что не всегда смотрю, что у него падлы сбивают. Так-то я его ставлю с каждым перемещением нашим. Внутри 4 народ, я, бля, богат сегодня. Он на приз, да, хилит или дерево? Дерево. Ага, все, понял. Значит, нужно пропотеть будет. Ах, да, здесь нормальное дерево вроде, если ты помню. Злое. Но злое дерево, правильно вспомнил. Все, погнали. Сюда заходи поближе, ага.
А что на этом, ну сейчас раньше пойдем на этом боссе, можно одного шамана оставить или дерево. Хотя у меня лучше шамана, потому что шамана половина такая шмотная, задышная. Я помню, как мы это убили, блядь, мне проект хилить не надо. Че он не работает, блядь, память. Все инеры, короче, в этого шамана заряжайте. Да не, мне двух только хватит. Ну что дерево здесь заряжено, так что может пока. Сами смотрите за его маной там. Процентов 70 стало, охуенули инер. Только не вдвоем сразу, по одному. Да, да, да. Там по ДБМ смотрите. Да я буду говорить с косою. Дерево. Вы сами бы распределились, кто первый, кто второй, я на иных. Я сильно буду, могу разгоняться, как захочу, просто по КД ебашить. Салас, косой, да иных шаманов. Он сзади трется. О, блядь, я же говорю с косой, который шаман, сала. На УЕ там не рассчитывайте на пачках, будете сдыхать по КД. Лучше стойте, ждите. Хант за 3 секунды там не напулит, так что вы можете вылезть. Так что лучше стойте. Тем более это тут пачки ходят как-то ебано нахуй, друг за другом, не всей толпой. Вот почему он прямо не работает? Что за такое? Он вроде стоит. Что, остался у кого-нибудь иннер? Пацаны, дайте иннер шаману. Ебать, 4 инера в пати, ты инеры просишь. Да хули двое сходу мне сдали, я попросил с косой, которую сову. Вот, ушел инер. Шоколады просто. Да, шоколад сиди рад. Ну, ну выкил он прям понадобится мне инер этот, потому что там пиздец на первом боссе. Не будет божественный нахуй, выкил нужен. Че, кто-то вместе со мной запивает? Это у Вильзевула дохуярит. Дискотека, да? Мы тебя спалили. Че, у меня все время микрофон, да, был включен? Ага. Как вам концерт, пацан? Зачетно, зачетно. Главное, что по халяве концерт. Давайте это, не уешьте, то сдохните. У меня вроде скорость заклинания это 900, а пиздец кастует так долго.
Инок, шаманы, о, друиды, дайте инок. Вот, все, хватит. Так, тремор сломали, да? Стоит какого-то хуя выбегает. А, здесь же на одну пачку прямо попадал. А у нас магов нету, да? Нет, стол что поставил. Надо было стол заказать. Сначала у них. Вы еще не начали, боссы? Нет. Нет. Давай. Сейчас поменяем рейчи. Че вы хотите? Мы сейчас заберем себе White Horse, потому что нам этот тут... Нет, стой, а то вас хилить будет. Давай суфа себе забирайте. Давай мы тогда себе заберем суфа. А я пойду похилюсь с шаманом. А ты пойдешь туда похилишь с кем-то. Иннер шаману. Так, тогда ливай хау. Давайте. Вот там тоже трэш закончится. Вася, ты тоже ливни. И мы тебя сейчас возьмем в пати и присумоним. Подождите, мы добьем пачку. Стамина свитки, ежешь в банке, да? Нет, у нас эти со стаминой что-то вообще. У кого есть свитки стамины у нас в районе? Всех спрашиваю. Кто вместо суфа к нам пойдет? Не получается уже хилом, да, я так понимаю. Ну что, дует Индер, дайте. Шаман. Где? А у вас кто танчит? Протопал? У нас, да. Нет, у нас Марат танчит. Все, так, мы закончили. Так кого вы нам даете вместо суфа? Я иду к вам. Ага, два приста будет. Ох. Нет, блядь, у вас четыре друида, ебать, ничего? Ты в ШП? Ты в ШП? Ну, я похилю с шаманом. Ага. Ну, давай, дед. Давай, пач. Дал пати, ставьте шкаф. Я тогда отключу. Да чё ты там, блядь? Инер мой пиздят уже, ёба. Нормально, не ссы, блядь. Это был хил, он тейнер не дает. Ага, а, ну да, он себе там... Это, давай я тебе РЛ закину, это, отключу кнопку, блядь, чтобы я не базарил. На, РЛ скину. Тебя, блядь, танчить и базарить. Нормально, че, блин, я хилю базарка. Давайте, сейчас я выйду. У вас по баха вообще нету, да? Здесь выйдете. Mm-hmm.
А, Брис, у тебя есть ШП хил, этот? Ну, который хил. А чё, есть? Ну, давай ты в хила, о, в ШП, здесь дохуя двух хилов. Да, на чё? Этом боссе. Сейчас добьём последнюю пачку. Быстрее коня убьём просто. Там хил давай. Вы там что, умирать собрались, пацаны? Ого, ты где там спрятался? Да, дикурс клиф собрались сюда. Давай, спрятайся. Я разберу. На космополита есть рейд еще. Ты сделай пол 10 секунд. Нахуя так долго? Хочу фиолетовых пороть. А, ну ты, кстати, давай, а то у меня другой ДБ. Так. Короче, я готов, я все знаю, что я готов. Давай, дай ее. Можешь Герас полдать. На скольки процентах объединяются? Хорошо. Да, на 30, короче. Ладно, 25. Да, до 20. О. 25. Кот, дай шаману Иннер, вот он около тебя трется. Вот Иннер. Тоже хилить нечего, лить манас. Да у меня 18 тысяч, но я хочу быть полным. Блин. Блин, богато живу. 4 инога. Вообще пиздец, ну. 3. А, ну 3, да, на золотого. И 2 гимна на ману, на. Ну мы точно не просядем по ванне. А Гин разве не работает на пати? Ну, как у шамана, то там, допустим. Ну, он хилит 5 человек, у кого самый минимальный мана. И дает всем баф 15%. Ага, все понял.
Называется смарт. Как вы там, блядь, зловещие мертвецы, блядь. Магазин S-Mart. Это мой пиф-паф. Подошло, пацана. Блять, опять не буча. Сука. Тебе он ты ножишь руки, да? Это помойка. Ну у него сокет нахуй. Сейчас если алицит ебать, типа, блять, заебись. Ну и только. Ну что скажешь, нехера лучше? Да хуйня-то хуйня, лучше автомат с этой. Ну, автомат, да. А так с ульды все равно будет поинтереснее. Ну, для меня сейчас, типа, на данный момент вот этот там, комплект поинтереснее. Космополит, сбегай со мной, вдруг проклятие повешается с дисплея. Сейчас я аспект успел оставить. Ты бегаешь быстро и вдруг поклять. Блять, ну Малага можно было передымажить. Метку не повесил, сука. Питание, блять, биться не послал, пиздец. Я готов, в принципе, блять. Можно было эти реаки нагнуть, нахуй. Я так хотел въебать фиолетовых. И инер ебаните там по хау. У кого без КД там, блять, повод заебись. Диспель. И все, съебываемся. Хант у тебя только на это, как у партняшка, а вот и его, да? Вот тебя. Оу, нихуя, вот это приколюха. Под незыбкой стою. Съебывайтесь, нахуй вы тут стоите. На аэро, ты ёбнешь. Да пиздец. Так и хуя, откуда сыкопальчик собрали? Две вроде. Да не, это много холлив, тем более сходу не поняли куда, чё. Хоть пару мобов залили? Такс. Да, одного забили вроде, вижу, валяется. Пиздец. Холли, кто кого пиздит? Или это наш валяется? Это наш валяется, и то даже. Понимаю. Ты восстаешь? Ну, что-то за... Что-то загружается. Ай, блядь, это лад, ёбаная жизнь. Зарадовался, думаю, нихуя перчупали, блин, нормально. Распылим. Пиздец, такая загрузка долгая. Он вообще грузится, уверен? Угу. Ну как призраком стал в Каражан, зашел лучше вот половина, прогрузилась. 60%. В призрака долго грузилась, что-то. Все зашел. Там мобы, да, когда спускаются, вы не стойте с ними, типа. Ну, два на пол, если что. А, один. Вот. Один, ну.
Чё за хуйня? Ну мы стоим справа, на атаке наши уже вообще в другом месте. Хотя меня походу на мосте напулил. Да это похуй. Это слабое звено, да? А ну когда хули, теперь пачки-то маленькие. Как в первый раз ебануться. Поди спыли, пацаны, кто-нибудь, а то я ебал, ахуй. Либо я не спыли, либо я хи. Она же лок, это собака, может не спалить. Может, где-то хочет. Что она хочет? Может, если захочет. А. Че, там дохуя еще сверху? Еще два пака, как минимум, надо собрать. Да. Бегут бичи. Нужен диспел, пацаны. Кстати, правил. Кому диспели? Трое было, когда я попросил. Можно шаману инер? Шаману инер. А, о, все, здесь. Кто из них охранитель берет контроль? Добрый. Ебал. Ну-ка, братья ряки, распиши меня. Ой, съебывайте. Ну что ты молчишь? Да именно. Я вам братья ряки. Зип, да. Ты пиздишь постоянно, на. А хули еще делать, я здесь скоро с ума сойду, блядь. Бля, с убийцей судьбе общался. Хули, потом с мугом двигаюсь, ёба, а то со своими племенями, ёба. Ёба, ёба. Поднимаемся, ёба.
Че, пропускаем бабу соки, да? А че, блядь, льтовать-то, блядь, не помочь? Че льтовать-то? Я в ахуе, блядь, за какой-то шмот, ебаного нахуй. Кто-кто? Да вон терьяки. А ты, не забываешь, что, блядь, кроме Войда, блядь, на твой тут, ну, сам... На твой токе, нахуй, еще мала, блядь, и Никита его. Ну, на ру. Они не выпадут, что вы делите? Будет токен и воин, жрец, друид, блядь, все вот, все два, как обычно. И в том рейде, ебать, два мага, нахуй, ДК, блядь, и глок, по-моему. Ну, у них нету моего проклятия, у них, может, на паладина еще. Какой там, ты ролишь, блядь, с магом, ДК и охотником. Там два мага в рейде, там, блядь, мораль в рейде, там, само два локала в рейде, квазивер и до. Там пять человек на этот токен, если что. Это самый ёбнутый токен, нахуй, который вы сделали небаланс, нахуй, блядь. Да его, наверное, специально сделали, чтобы локи не дамажили. Я тоже говорю, все, кто ходит, все выбьют рано или поздно, блядь. Я, блядь, обещаю. Однажды. Когда, блядь, за значки РБК введут, тогда все просто купят нахуй. Тогда все просто купят. Да ебаный урод. Вы типа не бессмертные, ребята. Ходите куда-то, ждите. Тут же огонь. Чё? Сашинка, там давай хилим, стоп, блядь. Я хили, ёба, у меня цепуха, говорит, какого-то хуя, пиздец, медленно, блядь, снова. У меня волна исцеления, блядь, не то быстрее кастуется. Она точечная, это мне не нравится. Конечно, она быстрее кастуется, у тебя там, блядь, ебаб висит на волну исцеления. А почему у меня, блядь, мобы ебашат, а? У меня, наоборот, у меня волна исцеления, так, 1.33, а цепной 1.9. Какого-то хуя. Это мы неправильно убьем мобов, но... Рыбу качаем. Рыбу качаем? Да. А что, можно шаману Инда? Кстати, надо так сделать. Инда. Куда заведи их? Блять, не вливайтесь, пусть он их развернет сначала. Типа сейчас опять тишно. Это типа если я быстрину лью, конечно, быстрину всегда для ПКД скидываю. Но у меня все равно прокат пизда какой долгий, нахуй. Я что, и сохну, пусть ПКД по мане, для чего? Мана! Ману дайте, пацаны. Пизда просох, доставал. Правильно, короче, понесу. Дадим, да. А, блядь, мне сбили его весь там. Понимаю. Пацана нахуй задушили. Так, давай сейчас нахуй его, блядь, встанем, рибавкимся, пожрем рыбу нахуй все, блядь, и потом пойдем спокойно гулять. Так это один упал. Блин, что там вот? Жека упал. Нам бы похавать, хотя бы прожили еще. Похавать? Ну, не помешало. А то без сил, то тяжело, блядь. Вы хаваете? Хавайте. Тут осталась хуйня. А, ну понял, почему вот это. А сейчас, покиньте, все поки ушли. 1.89 1 показывает, а было 1.99. Здорово. Саня, занято сейчас босса бьете, нет? Нет, а чё? Можешь в ГБ в первую ячейку чарку на 10 ко всем характеристикам скинуть, я тебе потом деньги с роги дам. Ну ладно, сейчас.
Бля, поставьте баун кто-нибудь, ребят. А что у нас там? Наверное, того вехи вообще кидаю, ёпаная жизнь. А что у нас, блядь, танк все время нахуй меняется позиция? Да, ну, на хрома просто. Кто же по трансмугам двигается, да? Трансмогом, да. Ты хуй знает, про чё вы, бля. Оставьте банк кто-нибудь, ребятки. Сейчас посмотрим, походу. А ты не дождёшься, пацанов. Ну? А, дождём, банк. Пока бой не ставится. Все, поставим. Ну конечно, когда бой спал. Точно. Пацаны, давайте 10 банков поставим. Там на шипешку метку поставьте, что ли, она ману будет сжечь вам. Я скину. Угу, спасибо. Кто-то релогается. О, поехали. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Давай, Гера. Чё, сегодня РБК быстрее закрыл, чем вчера? Ну, бля, сегодня пободрее было. Если больше мало было, то не было. Да нет, сегодня я тоже, блядь, тут вот напоследок закашил. Да хули, блядь. Инах, Шимано. Инах. Да, там соло разогнались. Не до меня. Ну, шамана 10 костей осталось. Вот я не ваешь. Сегодня я могу быть иначе, кто быть спокойным от внимания. Просто погадай через цепуху ебашить. Просто для дрейдов заебешь, нахуй, да нахуй, пошли ты все. Ну, они прям покинают на смотрителе. Ну, нужно было прям стопудово. Потому что я ебал там. Здесь-то могут нахуй вот этот у меня нахуй послать. Посмотрите, или нельзя будет. Сколько я там костов уже сбил, ну-ка? 6. Не зыбку дал. На вас какой там следующий этот какого будет рекарда? Понедельник, да, вроде говорили? Столовка в среду будет. Надо с ним идти. Ну, в среду, да? Тогда не проебаться. Ну, он, кстати, не там. Чё? У меня босс еще пал и ханк свободный висят. А, это так огрузки имеются. Сейчас шаман чарку спиздит.
Пизди. Ты главное это. Иди дальше. Ты беги сюда. Ебашьте ему инер кто-то. А, ты. Да, я здесь сижу, он со всеми хавает, что. Пробуй меня доебать. 10 секунд. Короче, вырываемся. Ебать, ты вырываешься. Страшный человек. Зипку дал. Лакей не таунтится, там примораживать его поздно. Тут стойте, короче, это... Наверх не под ступенькам не поднимайтесь, я приведу, они прибегут сюда. Сейчас сама одна хотя бы старфол кинет, да? Вот в этот коридорчик приведу, они сюда придут. Да вы че ты, миди? Че все собрать, все придется нормально. А, тканевые же рецепты нельзя, да? О, тканевые шмотки на кольчуг уже стойте нельзя тут. На бельт. Стойте тут. О, ебать, проклятие. А чё, космополит может снять проклятие? Еще так же стойте, потом еще приведу. Космополит со мной сбегает. Ну чё вы, блядь? Вихрь нельзя дать. Пиздец. Слабое звено упало.
Все, сейчас наверх пойдем. Че, пропустим оперу или нет? Не, давай мы оперу не... Давай лучше деву пропустим, а оперу убьем. Давайте лучше мы деву, блядь, убьем. И оперу убьем. Короче, фул идем. Не, давайте все-таки деву пропустим. Там короче... конкубины всякие ебаные, вот это все. Да не, заебись, нормально. Не, я просто напоминаю, чтобы вы помнили об этом. Хули, конкубину разъебете. Я хочу вызвать у вас все неприятные чувства сейчас по поводу девы, чтобы вы отказались от этой идеи. За водой можно и пойти. В ботинки падают, ходишь. Эти шаману иду. Там наручи падают, которые нужны людям. О, привет, медведь. Сука, кривые что ли или что, шаман, блядь, что не видишь нихуя? Там мобы стояли сбоку. Охуя. Да, я понял. А урна есть у нас на погибель? Хороший вопрос. Кстати, сделал кто урну? Есть, отлично, господи. Красавчик. Что-то я уже испугался. Сейчас приду, секунду. Отходите подальше сразу. На максимальном рейнже там. Конкубина он разъебывает. Что-то вы вообще ее не разъебываете. Тут вроде дальше ночную прилестницу надо разъебывать, если не ошибаюсь. Или горничные, кто из них? Кто из них дебаф дает? Горничные дают? Они все дают дебаф. Она превращается. Пидерсию. Пошли. По одному сливайте одного и потом второго. Быстрее целете, быстрее псина исчезнет. Что за тишина? Алло. Ебать, какой он пиздлявый. Думает, этот дискорд сломался. Хули, на шинке там, блядь, скучно.
вообще пизда. Так рассказывай истории какие-нибудь, типа, чтобы мы, блядь, слушали. Я вообще почти истории. Ну, типа, заезжает ко мне на шинку депутат там, блядь. Ну, какую-нибудь такую хуйню. Ну, или баба какая-нибудь. Просит шины поменять, нахуй. Ну, расскажи. Да, не. Рассказывай, чё, блядь, по детству металл пиздил, нахуй, из гаражей. Во, другое дело. Копы делали. Тут схемы были, хули, в какой-то раз. Тачку тип угнал, а хорошо в этот день с ним не вышел. Ну и с пацаном, короче, подельником. Поехали. В центр уехали, и там он ночует, короче. Спать ложится, просыпается, подельника нету, нахуй. Этот долбоёб гаечником полез, нахуй, этот какого. Каску эту, кепку их не забрал, нахуй, и дубинку. Они их искали, там, хули, у него камера смотрит, ну, смотрит этого долбоёба. Видит, такая вот, у меня сейчас секунду, подожди. Готовы, блядь? Алло. Ну так ты чек дай, что ты спрашиваешь? Я с Саней, я голодал. Ждем человека шейки. Блять. Вы что, я стол не отхилю, что прикалываетесь? Да давай отхилишь, нормально. Главное диспылить. Да, человек здесь пришел, бахтовал его. Главное, чтобы начальник не пришел. Да, это вообще пизда будет, только пизда нахуй. Да не, вроде сегодня его не должно быть. Он же расстроенный нахуй. Сегодня выходной, сегодня, блядь. Если ты работаешь на шинке и играешь там в компьютер? Да. Заебись, ну. Вообще четкая работа, хули. Ну пока не сезона нету, хули, здесь почти чилишь. Кроме вот аренду колес сдаешь. Видим, чтоб они ГАИ прошли. Такая вот хуйта. А ты играешь на ауто или с компа? С компа? Ой, я на шахте комп. Ну люди тоже заходят в первое, эти впечатления, они охуевают с этой темы. А молодые лыбятся сразу, ёба. Правильно, нахуй. А хули здесь ещё, чё, блядь, здесь ловить или нет, чё, я здесь столько зиму просидел. Я просто, ну, до ночи поиграл, с двух-трёх, нахуй. Потом здесь спишь, начальник всё время пиздит, хули тут спишь, типа. Я говорю, работы нету, хули здесь ещё делает. Ну, такая вот тема. Ты чё? Ты чё, платят, заебись? Да, ну, блядь, от зависимости от работы. Хватает, я вот в день 5 соток трачу, ещё потом прошу денег, когда надо. Ну, ещё плюс, вот... Ну, это, сейчас вот тип приехал, он просит ему помочь там. Ну, его братан сказал, минут 10 подождёшь, типа, помогу, он сидит там, ждёт тачки. Бабки это так, ну, относительно, кому-то и пару суток не хватает на месяц. Пару сотен тысяч имеешь в виду? Ну, разумеется, 200 тысяч. Я говорю, блядь, это понятнее относительно. Кто-то живет на двадцатку, хуй не дует, блядь. Всего ему хватает. За коммуналку там заплатить, блядь. И все, нахуй. Да? А это так же, блядь, отчасти у меня уходит здесь есть по 5 соток в день, я их поэтому и трачу. Не будет, блядь. Я вон пойду себе дошку куплю, да, и так же вон буду сидеть играть. Надо за это заплатить, особенно. Ну так, блядь, сколько рублей 25 где-нибудь выходит. Вот считай, сколько пятнашка. Где еще ты живешь, смотря, это уже город насколько дорогой. Красноярск? Я не знаю тамошних цен. Ну, но явно дешевле Владивостока. Я больше чем. Конечно, нихуя ты сказал. Ну сколько здесь хлеб 25 рублей стоит нарезка? Так тебе скажу, молоко. Хуй, я хлеб не ем, я тебе не скажу, сколько стоит. Ну молоко 70 рублей литр стоит. Ну, блядь, звучит дохуя, по-моему, чё-то. Ну, так,
хлеб 60, нихуя себе! Ебануться! Ну это прикольно! Не, ну на Камчатке-то, блядь, извини, это другое дело совсем. Там, там и помидоры стоят 500 рублей за килограмм, блядь. А ну нахуй, так раз... Ну хотя у них и зарплата там по 270, блядь, просто. Ну так у них нету нихуя, они ничего сами там не производят, у них все привозное. Причем, чтобы туда что-то привезти, блядь, надо проехать, хуй пойми, сколько проплыть, через шторма, через, блядь, все и все. Че, Вадь, прикольно, что я помню? О, нихуя. Все забираем. А вы хотели бедел. Как-то надо сагрить, блядь, по-осторожному, блядь. Питом, давай я тебе сюда приведу. Давай, да. На, пидор. Ты меня притянуть хотел, я тебя сам притяну. Притягивать тебя и твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий. Да, этот моба попустил, блядь. Смотри, через стену притянул меня. Нихуя, двойную притяжку. Сука, я туда прыгнул, потом сюда. Прикольно. Видал, я его туда притянул, он меня туда. Здесь. А я в соке, давай. Так может шаман не выстрелит, может шаман так будет ходить пиздец. Может шаман не будет слепаться постоянно? Может и так. Не постоянно, я говорю, что сейчас чисто типа помогу секунду. А так это типа. Ты заебал примораживать. А, так вы еще даже далеко-то и не ушли, буквально пак убили. Хант, у тебя какие эти профы выкачаны здесь? Что расскажи мне? Я не помню. Ильджа, партняга, Юва. Нет, нет, у меня инженерки нахрен. А, серьезно? Ну. Я не рассчитывал на то, что я буду играть в PvP. Инженерка нужна только на БГ, нахуй, все остальное хуйня. Потом, а зачем тебе инженерка в ПВЕ? Бурс хорош, вот так. Ханта не бустит хоста, привет. Бустит. Да, это хуйня. Да не пей припоту, да. Зачем отказываться от преимущества? Просто по сравнению с другими профессиями, инженерка это последнее, что тебе нужно. Вот и все. Возьми любую, в смысле, хуже только будет собирать именно. Все. Нет. Все остальное лучше. 320 ханты раз в 45 секунд, это очень сильно даже для хантайба. Учесть, что у тебя, блядь, там 2 ДПС, это автоатака, нахуй. Алло.
Тебе не нужна хаста. Ошибаешься. Хорошо, допустим. Да чё это самое, типа, мы же не математики, блядь, чё вы? У нас же нет задачи, типа, высчитать, чё лучше, типа. Все играют как нравится. А типа... я вот просто у меня кожевница, снять ошкуру, где-то еще мне нужно папу выкачать. Я вот сижу, блядь, думаю, ёлку качать на вложение чар. Или ёлку и кузнечку, чё выкачать, Чё да. хочешь? Да, это у кого-то заикается, да, микрофон, я так понимаю? Они уже... Они что, блядь, убили кого-то? Они не могли оперу убить так быстро? Где вы? Я не нормально, блядь, вы. Мы когда трэш чистили. У них там бафы, наверное, побольше есть. Там про это по заряжению, блядь. Ну, даже паладина ебучего нету, типа, блядь. У вас милики все без кулаков, нахуй. Без вот это, без крита, без нихуя. Не, крит-то есть от этого. Нету крита от редпика. Ну, хант это тоже милик. Только оранжевый милик. Всегда думал, за кого хан за РДД, блядь, но когда ему мут дают, как РДДшник, он сюда никуда не мутится, он дальше постует. Сейчас опять затишина, блядь. Добивайте и лезь эти ману. Ира, можно, а то, блядь, да, хуй знает, меня слышно, нет вообще. А кто тебя сейчас... отпиздил? А, блядь, это луч, что ли? Да. Кто отпиздил-то его, блядь? Как он мог отпиздить, блядь? 2012. Скажи это, блядь, как оно называется? Красная шапочка, скорее всего. Или что это? Старушка, внучка, шапочка, ну. Ну там еще может эта хуйня быть. Как она, страна ос ебаная, там тоже старушка, там внучка, хуй пойми. С кого падает пушка? Ну, вроде как с шапочки. Ну и че там? Ну он еще не ушел, дверь не закрыл. Ставлю на край, чтобы рейнджи максимально далеко были. Давай, Гера. Дальше еще отойдите. Теряки тебе пизданет, сразу сдохнешь. Да нет, все-таки там... Ебать, там, смотри, армия бежит. Откуда? Че за хуйня? Может, сова сафон дала своего вовремя? Куда они бегут? К нам, наверное. Я не там оббегаю. Они зайдут? Нет вообще? Нет, это этот, блядь, видимо, какого... А, это просто перебирает. Убегают, они просто убегают. Бегай. Просто они убегают, куда? Вон они просто прибегают, смотри. Даю войско. А уешьте. Потом резьте. Бля, пизда, нахуй. Чё за дичь была? Сука, а чё за хуйня, нахуй? Шаман может встать, если что. Ну, сейчас... Может звездопад близко к этому краю сала стола. У нас есть вообще сала? Да, у нас есть. Шаман встать? Да,
Да, есть, кстати. Ну, вставай и этот масс-рез давай. А блять, я за... скелет какой-то. По телу меня реснет, и я встал нечаянно. Давай, масс-рез. А что там бегут тела нахуй? У тебя бой висит? А, не, не, бой висит. Они масс-рез бегают. Давай. Да, да, даю масс-рез. А как тебя по телу резать, когда там, блядь, шторка появилась? Что? Значит, присумонь. Не, не, стой, стой, я резаю. Я сумонь уже все. Да, да. Уже не реснешь, я уже встал. А, сам мы сумонем. Как? Соу в своем репертуаре зажигает. Не надо у края, да, пожалуйста, звездопад въебывать. А то, блядь, на шинку едет. Это мы хуёвый спектакль устроили, зрители нам пизды дали, блядь. А то мы дальше устроим, блядь, этот, ну, типа, экскурсию на шинку. Ладно, я все понимаю, но а как запустить еще раз? Ну-ка. Ну, выйди, пообщайся с пацаном, объясни ему, что мы лоханулись. Пускай заново запускает. Хули не сумонится, во, все. Запускаю. Пока запускается, пожиру. Ебать. Есть у нас творческие люди, гитаристы. Пати. Он машинки по-любому, блядь, за гитарой. Блядь, мне тут гитару подарили 3 дня назад. Я рот ебал, у меня пальцы просто нахуй посланы. Ой, бля, как я тебе не завидую. Это такая дичь вообще. Да не, я хотел, я просто обмолвился, говорю, хочу на гитаре научиться играть. Типа слышал, принес гитару, подарил мне, говорит, на. А, я месяц проболел этой темой, нахуй послал это все. Да не, заебись, когда что-то получится. Пойду лучше шины поменяю какие-нибудь. Каска 8% есть? Прием. Как когда получается, прям так кайфово, блядь. Ну это редко, почти никогда. Ну это пока не есть. Потом пальцы в мясо присотрёшь, нахуй, всё. Пальцы вообще в говно, я прям нажимаю на кнопки, они охуевают. Поэтому не смог Малага передамажить. Не, потому что нахуй сам лоханулся. Бля, он как быстро вышел. Я быстро тыкал. Стерею, дал. А я рояля могу дать еще 2 минуты? Смотри, как совы встали, да? Шапка. Ломись, щемись. Ну вот в этом забись. Вот эта вот хуйня не помогает, типа. Главное траекторию круга правильного овала держать. Типа, он и так бегает замедленный, блядь. Ну да, он еще режется потом. Что же, типа демор мне поставить? Готовьтесь, секунда. Шапка. Просто не знаешь и все. Сдавай, пока. Пусти дело, пусти это пацан. Ради пись. Бойцы на педалях бегают. Бесполезная хуйня на этом боссе. Вот на лече лужу выносить, заебись. А вот ты что на тапке скорость бега, допустим, оп-оп-оп. Скорость бега прожимаешь, это чем-нибудь вообще дает? Ну это как у чаришь скорость бега. Вообще получается, Крит. Это тема.
Ну да, крит там скорость бега, она вообще скорость бега канает это? Или она не робит? А то это что-то так сильно-то я не заметил, чтобы он бегал такой пошустрее. Может, кому-то лицо не сломали. Да хули заводите его в ебеня, блядь, еще в Долоран с ним протоните, с этим волком ебаным. Пацаны, открывайте портал. Портал туда и волк за вами, нахуй, весь Долоран, блядь, перепиздит. А что будет Степа, если вы так по каналу? Смотришь, пол Долорана бегает красными шапками. Видишь, он замедленный, блядь. Залипал. Бля, ну Ник, в следующий раз упадет. Упадет. Давайте, в следующий раз упадет токен мой, блядь. В следующий раз упадет моя пуха. Ну и в следующий раз будет токен на Уэйна, нахуй. Упадет бесполезная хуйня. Даже если будет красная шапочка. Я вообще кто-нибудь встречал хоть раз за все это время? Кого? Пушку? Да. Нет. Ну вот именно нахуй. Нахуй тебе нужна. Су, блядь, это бисовый автомат до ИВК. Там говорят, Геодата хуёво на этой, на погибли, трашки пуляются снизу. Это получается, что нам не нужно кидать? Перфалу или что? А вниз провалились. Какой трэш снизу, который, блядь, как в Гере раньше пулялся? Да, ну снизу, наверное, эти пауки ебучие. Или нет, что там? Не-не-не, там под крышей стоят обычные эти, вот которые, где, блядь, ловец, этот первый босс-конь, у него на потолке там мобы сидят. Этот потолок, он как раз выходит на погибель. Ну, вот, то есть, они, блядь... Они прибегают. Раньше в Гере прям убивали, прям залазили туда на потолок, убивали весь трэш там, чтобы он не приходил на погибель. Нихуя газа. Ну там типа видишь, там в контроль, когда она брала, получается, ты мог в текстуру уйти и привезти с собой нахуй. Ой, ебать, нихуя тут трэш мимо бежит. Отрядом таким. А куда он бежит? Не знаю, он меня усыпил и побежал дальше куда-то, за вами походу. А, охуяли. Актеры ебаные, которые там были. Ой, ебаный. Это те, которые в первый раз побежали, вот с первого пула. А что случилось? Они только сейчас прибежали к нам. Вы типа опять сдохли или что? Да. А теперь это выделись? Да, вроде. Вроде полетели назад. Пиздец. Так они тогда вроде побежали назад. Типа вы второй раз сдыхали, да? Я просто отходил. Да. Заебись. Видимо, совы его сильно нахуй раздраконили этот трэш. Сильно раздраконили, блядь. Трэш просто, блядь. Слышь, может не будем бить эту погибель тогда? Нахуй она нужна, если она ебанутая. Она просто, легкая, блядь. Да просто не... Да там падает бисовый оффхэнд, блядь, её нельзя не бить. Так он не упадёт. Ты до сих пор веришь в свою удачу? Ты серьёзно? Ну, у меня, блядь, у меня зато есть, блядь, БТ-4, у тебя нет. Чё, сейчас её бьём? Да, я бы сейчас... Просто, блядь, это самое... Не кидайте всякую хуету, блядь. Тарфолы, хуёлы, блядь. Ловушки. А так, блядь, как бить, да. А, это вот будет, мы только... будем надеяться, что мы не сагрим её. А это они просто лошарды, сейчас у нас все будет заебись. Во. Это стороне нравится, а тут это, блядь, не будем бить, нахуй, это смотри так. Так. Цепь, я шамана мне в пати кинешь, тотем трепет оставил.
финиш, 6 гиг себе кину. Че, запускайте? Пока она прилетит еще, блядь. Запускаем. Сейчас я вам рот поставлю все. Запускай космополит. Читай заклинание. Там, по-моему, когда он кидает эти хуйтуны, надо перебегать на другую сторону. Когда он... Кости, ну кидает, нужно к воротам бежать. Там без разницы, просто 20 метров пробежите и все, блядь. Там просто ауне пиздейший будет. Там по 1000 бьет, там нихуя. Сейчас увидишь, какой там, бля, по 1000 бьет там. Да, блядь, у меня вон видео записано, вчера я был репликом, по 1000 там бьет. Он тогда, блядь, можно и прохилить, блядь. Давайте не обострёмся, пацаны. Чем она, дик танк, по сути, дай ему. А я вот здесь поставил. А, бля, я не перекинул. Блядь. Обнови-то там. Ебал на тебя. Эй, Геру, похуй. А, там она... Не надо, не надо, в конце. Она взлетает на 25. Каждую 25. Она откатится уже. Когда откатится? Ну, давай, похуй. Да, мы вообще припизны тебе, блядь. А, в смысле, у меня танк в другом пати. В твоем пати. А. У меня дичь какая-то с вуду. Он мне показывает, что ты танк... Ты втираешь мне какую-то дичь. Да-да-да, я так... Вуду вообще исполняет. Ебанутый босс, блядь. Блядь, ну нелогично нахуй. Босс огромный, блядь, жопой в купол, блядь. Пиздец, некрасиво нахуй. Засирают. Дышит каким-то красной хуйней, это рыготиной. Как будто в 2005-м доделали. Сразу в трэш не вливайтесь, пусть танк соберет. И соло старфол не обязательно, на всякий случай. Просто грозой, залили трэш, дальше после точно все. Сначала, блять, на пул, блять. Сначала подождали 10 секунд, а потом уже гроза, блядь. Сначала он соберет мобов, только потом вливайтесь. Они еще не убили тоже, да? А что, они бьют погибель? Они вайпились на ней. Да ну нахуй. Вот тебе трэш прибежал, у тебя они же пистолет. А-а-а. У нас зато трэш, блядь, на этом как он прибежал. Сейчас будет взлетка. Саша, хиль собаку нахуй, ты заебал. А? Тут ты не видишь у себя там все. Все, вот чё? Вставайте в квадрат, сейчас приготовьте, встаньте. И приготовьтесь бежать. Я остаюсь, вы побежали вперед, 20 метров. 20 метров бежим. На пул. Все, дамажим. Изи. И все, и так еще два раза. Тотемы обнови. Да, да, да. Вот тебе и да. Живи, Вася, живи. Ебать, я ее поставил. Мордой скушал. Саша, ты заебал, ну серьезно. А какая-то сядется в сторону. Хуй, главное поставил, чтобы там боком. Бля, ведь попросим уже, брат, давайте звездопад, на всякий случай. Ну, не а что, кто-то бежит или что? Никто не бежит, но просто я открыл, бля, сов, проверит, нахуй, давали они или нет, дальше дала, ну. Да забей, никто не прибежит. Не, ну просто факт не в том, что прибежит или не прибежит, факт в том, что я попросил, нахуй, а меня просто проигнорили, блядь.
Ты тоже тебя попросил хилить собаку. И чё? Ты не попросил ее хилить, когда она сдохла. Она дважды сдохла. Она сдохла еще раз после того, как я попросил. Нет, ее не рез. Все, забей. Я фреймы проебал. А тут такая хуйня, они встают неправильно, петли тебе. Я знаю. Что сдувает, да? Все, я их прочитал, нахуй, они теперь будут жить. Шаману имер можно? Дыхание 4000 бьет. Чтоб вы понимали, блядь. Тебе, Василём. Ну, так поглотило 4000. То он, наверное, не срезает урон, нифига? Ну, 5700, ладно. Хуй с ним, 6. Блядь, нахуй они столько хп ебанули, они чё, ебанутые там. Бейте до утра, пацаны, или чё? Я... Это же, блядь, ночная погибель. Логично же, что до утра она. Она же ночная, нахуй. Еще взлетка. Сейчас. И этой ночью ты должен погибнуть, да? Собирайтесь. Да. Пока будешь её бить, блядь. Пошел каст, побежали потихоньку. Куда только, блядь? Вот, бегите, только не в разные стороны. Уже убирают в разные стороны. Ай. Да, но вот этот дебаф, он очень больно бьет, который навешивает. Угу. Я постараюсь здесь прыгнуть. Ты это, кстати, один дебаф можешь только здесь спалить. Меня не показывает, что я могу здесь спалить. Так что вся надежда на тебя. Ой, блядь, нормально все, давай. Хиль. Я по мане опять... А, вот, все, дали. Они еще не убились там. Мы можем перевить. По крайней мере, чисто я не видел. Тема обнови. У тебя есть этот атом на ману? Нет, я сдавал уже. Ты мне говори, когда сдаешь, я буду гибну. Сдавай под него. Все, понял, давай. Там три инера у вас, блядь. Ну мне вроде уже два сдавали. А что можно на шашлыках ставить? На чё, на шашлыках? Да, шашлыков становится. Видишь, тебе норм на земле стоять? Посмотри, у тебя дебаф. Да она не дамажит, в принципе. А почему? Давайте все постоим, чуваки. Так, что он там дает, блядь? Просто урон. Подушки там что-то тикают. Раз, миллион. Сейчас как бы тунет ебосос. Не думал. Не, он какой-то, блядь, этот мороз за часы прокует. Еще взлетка и все, блядь. А что у нас? А. Плохо, у нас две пальчики разобрались, пацаны. Да, теперь мне надо мне инер сдавать, я сам помоюсь. Собаку вызову. У меня 35 секунд, это тема. Блять, я уже гена дал. Куда Вайт Хорс здесь? Вайт Хорса попросить. Он сам сейчас просаживается. Вот Вайт Хорс с шамановским тотемом сейчас на взлетке дадите. А может после взлетки наоборот? Пошла взлетка. Да хоть как, похуй. Соберитесь в одну тучу. И туда вперед двигайтесь. Каст пошел. Даю тотем. Стойки.
Сейчас прибегает трэш. Да нет, блядь. Давай без этого, да я думал, уже бежит. Вон, спрыгивает уже нахуй с бока, да. Чудо Гера. У них трэш прибежал, потому что там Квазивер 7 кидает. Если 7 кидает, здесь прибежит трэш, 7 очень много помашек. 50 секунд до Гера. Будем давать в конце, нет? Досмотрите, да, откатится. Я думал, откатится, нет. Убили, эту погибли? Бьем, бьем. 20%. Бля, а вот... оба ебаные нахуй прибежали, блядь, разъебали нас нахуй снизу откуда-то, блядь. Ну, убили? Да, со второго пула. А вы ни от чего не даешься? Не. Ага. Еще упало. Блядь, два грудака, танк и кожаный хуй там, блядь. Посмотри, что мы, у нас сейчас 3 ляма осталось, хочешь, подожди. Карту, что пойдет. Заебало. Хуёво, конечно, без тремора, блядь, и без маздиспала, блядь, шофер, пизда. Да, пиздец. Она ебанутая. Тут такие текстуры починили, она бегает как мразь, нахуй. У вас тоже да это бегает? Похуй, блядь, она то, что бегает, главное, держи её как должен, блядь, чтобы она вроде не дышала, блядь, и всё. Чё, Геру давай, нет? Давай. Давай, ебаш. У нас, блядь, 2 Геры, мы его сдали. Получается, блядь, чё, 11 минут бьём. У нас вообще Паша сказал, что мы 20 минут будем бить, мы минут за 10 убили. У вас ДПС сколько итоговый? А я не знаю. Это 50, наверное. Ночная погибель. Не, 44. У нас 41. 44. Паша дал 7,5, и Антон 7,5, Руга 6,600, я 6, Пук 6, Егор 5,200, Квазивер 4,800. Больше, знаешь. Ну, а что под Герой еще? Можно шаману и дать? Шаману и да уже добили, успокойся. А, ну все. Жаль. Дай стану мой Егор, блядь, чтобы не запиздил. Хорош, блядь. Не туда говорю, блядь, да? Пойдет, блядь. А? Блядь, 2 гурдака упало, блядь. Да, тоже. На сову и на... Хорошо. Пошли, блядь. А чё, кто-то гимн сдал? Или Инах дали? Спас, сипки, спас. А чё все вообще падает с погибели? Хуйня ебана. Ну да, на меня здесь. А нет, боты не хуёвые так как падают. Ну и щит. Что надо, он смыть щит. Чем мне сейчас писать? Слышь, Никит. Никит. Знаешь, что у них упало? У них чего упало с опера? Чё, на 3? Да, ружьё. Не в тот ряд я пошёл. Не попал. Ну, если бы я был там, он бы упал бы у вас, если бы ещё бы упал. Пиздец, блядь. Кара нахуй. Мощный как-то. Ты там сам с собой разговариваешь?